73-летний пенсионер из города Электроугли Виталий Евгеньевич Солодухин заболел ковидом месяц назад. С высокой температурой его госпитализировали в больницу в Кусково. Так, думаю, денечка на три попаду. А тут у меня уже целый месяц скоро будет исполниться. Вот. И вот там я пролежал 2 недели, и мне уже надо выписываться, а у меня вот что-то тут заболело, и все. Операция длилась более 2 часов. Врачи ювелирно провели санацию брюшной полости и установили дренажи. Параллельно пациенту проводилась терапия от коронавирусной инфекции. Сейчас Виталий Евгеньевич готовится к выписке. Дома его ждут жена, дочка и внуки. На операции выявлен дивертикул Меккеля. Это рудиментарное образование в тонкой кишке с перфорацией, соответственно, с развитием перитонита. Была выполнена операция, резекция кишки с анастомозом. В настоящий момент пациент поправляется, готовится к выписке. Состояние его удовлетворительное. Операция длилась более 2 часов. Врачи ювелирно провели санацию брюшной полости и установили дренажи. Параллельно пациенту проводилась терапия от коронавирусной инфекции. Сейчас Виталий Евгеньевич готовится к выписке. Дома его ждут жена, дочка и внуки. А сейчас я схожу, все в порядке. Вот пояс сделали, бандаж. Он хорошо держит, шов. И все, в принципе, все, я должен уже вылечился. Спасибо врачам. В Ленинском городском округе продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувшую неделю был зарегистрирован 321 новый случай заражения COVID-19. Тем не менее, в стационаре продолжают лечиться 203 пациента, из них 21 местный житель. Медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Екатерина Борисова, Елена Кошлева. Видно этого.